Телеканал КРТ представляє. А от таке питання. Ви розуміли, що коли Радянський Союз розпався, що за культуру просто забудуть і з кожним роком будуть просто скорочувати видатки на культуру, і фактично от ми прийдемо до сьогоднішньої ситуації, якщо просто порівняти, скільки тоді виділяли на культуру, скільки зараз, ну це небо і земля, ну зараз просто за культуру просто забули, якщо порівняти. Да, знаєте, я хочу сказати, тобто, що... було зрозуміле рішення, тобто ви якимось чином бачили, що буде, чи як? Я хочу сказати, що кожен чоловік має починати з самого себе. От мене давили, мені не давали, я добивалась цього. Я могла б стати банкіром, я могла б стати прорабом хорошим, я вмію клеїти обої, навіть знаю, як робиться кладка кирпича, я вмію робити все собственними руками. Если у меня в театре чистота блестящая, если заболела или уборщица, или кто, я могу взять швабру сама, даже туалеты вымыть. Я не считаю, что это проблема. Потому что грязные руки надо уважать и ценить. Они грязные сиюминутно, но в душе это человек-работяга, который создает нам чистоту. Понимаете, они же нам создают чистоту, а мы ее сами через минуту бросим, где не надо, плюнем, где не надо. Угу. Я вообще считаю, что люди земли и вот эти работяги – самые честные люди. Так вот, я добивалась, и я добилась всего. И сегодня актеры поставлены в такие рамки, что они вынуждены бегать по халтурам, другой раз даже предавая театр, предавая свою роль. И ты понимаешь это, отпускаешь, потому что у него семья, нужно как-то кормить, отправлять ребенка в школу, одевать, обувать. Но я никогда не предавала и не предам театр. У меня даже случилась большая беда. У меня умер сын младший. В возрасте Иисуса Христа ушли, сделали ему передозировку. Ну, тот случай, когда, наверное, мои идеологические взгляды всегда тянули за собой шлейф. Всегда находили слабое место мамы. И его всем увезли в 5:30. А всем я вышла играть комедию. И никто не знал ни в зале, ни актеры, что у меня в морге сын. И на сцене даже умер, кто умер. Никто не знал, что у меня такая беда. Был полный зал, я доиграла спектакль. Потому что наша профессия – это раскаленная лестница наверх. Я всегда говорю, но только наверх. Потому что если ты падаешь вниз, если она деревянная, то тебе в попу занозы заскакивают, и тебе опять нужно взлетать. Mm-hmm. Если огонь, то подожжешься, а если дерьмо, то просто окунешься по горло. Человек растет только, если он взлетает наверх. И сын, уходя, я знаю, он всегда хотел, чтобы я достигла всего, чтобы мама была счастливая. Я на собственном примере никогда не боюсь скрыть эту проблему. Это большая проблема, в первую очередь, нашего государства. Я не верю, что власть не может за неделю, ну пусть за месяц, закрыть все потоки наркологические и помочь нашим детям лечиться. Мамы, следите за детьми, мало их кормить, принюхивайтесь, смотрите, потому что это очень, это самая большая беда. С этой бедой я всегда буду жить до конца, потому что я знаю, что в этом есть тоже моя вина. Я знаю, что я чего-то не доделала, чего-то не досмотрела. Театр – это детище, которое пожирало все. Поэтому я считаю, что а сейчас война что делает? Вместо люди приходят с таким депрессником, у всех гранаты, у всех автоматы, насилуют своих детей, убивают своих жен, поножовщина. Вместо того, чтобы открывать какие-то медицинские, ну, реабилитационные центры, что делают? Опять какие-то делают группы, опять их берут, ну, это кошмар. Они не понимают, что если ты направил оружие против собственного народа, в какую-то минуту народ все-таки повернется, кстати, против своей же армии. Потому что я считаю, что армия не имела права стрелять в Донбасс.